быстро этот Везекса. Визакс. Крабик. А сколько плечи стоит тут? 900? 900. В обвалившийся прыгайте. Я сейчас быстро слетаю, возьму плечи, блядь. Суманете меня, шкаф уже есть. Опять тебя ждать придется. Да что жрать, ебать, 30 секунд, нахуй, блядь. Доллара не плечи купил, чарка у меня есть, на них сокет у меня есть, блядь. Не оправдывайся. Так, ты сиген, прыгай, все, полетели. Там просто критули они дают красивые цифры, блядь, мне нравится. Полтосик, блядь, на халявку. О, бля, где он? Все, можете сумонить. Да, сейчас трэш добьем. Добейте еще с меньшим запасом ХП. Ой, бля, зря в этой. Нормально. Я, бля, все проебал нахуй. А космополит Рик и Парол, да, забрал? Угу. Да. Пиздил. Троих, да, получается? Да. Но я не ролил. У четверых. А чё, ну, блядь, смотри, космополит мейн, рекаунт и арстайл, это... Блядь, мы в десятке, ебать. Я поступил бы, если бы пошёл бы звенком. Давай, иди, сшипай вот эту хуйту, ебать. Ничего. Нахуй тогда двинками ходить, чтобы мы не наступать? У космополита этот палец, нахуй, я первый раз палец вижу у кого-то. Сейчас. Все правильно, мейны идут нахуй. Да-да. Тогда ты вообще с левой гильдии идешь просто в пизду. А что ты, типа, ну, трейку не фармишь в космос? Или просто еще не нафармил? Так а нахуй мейны, если они без чара? Может, какой, с РПБ брать? Или нахуй это? Мейны, когда 300 твинков есть, блять, чего? Нормальная тема. Блять, что с ним не так? Давай я его сейчас от гриппа ты его шип. А, уже обдотали его. Нет. Вы сумели бабона? Да. Ебать, 218-я, лю, блять. Натурально, ебать, возможно. Звездочку добейте. Yes. Если что, мне можно сказать, у меня половина панели сейчас не рабочая. Потому что половина панели у меня без кнопок. Вообще играю на ДК по приколу, у меня даже это уникально настраивает. Я их не помню, но... Слышь, по приколу, нам с тобой ватер врываться, но... А ты сделал инжу, да? А, сделал, да? Да, мне кузнечик остался. В каком? И шо там за хуйня? Мы вон с Догом будем в знак Силана в топ-ладер рваться. Да он не проехал. И нахуй никому не нужен. Нужны кому-то это дерьмо? Ебать, давай сюда их. Поле ДК буду собирать. Ну нас идею, как будет, чтобы, блядь, на Т4 вышло? О, кстати, а дроиды же носят, да, дорогающие? Да. Ну, вон сейчас этого с Йоксароном и пушками падает. Бля, я бы хотел тоже ее. Охуеть. Бля, она просто сексуальная, а она же крутая, блядь. А, она силы, кстати, нет. Хуйня, да вон, с Везакса посох падает, ебать, с двумя камнями, с критом, с меткостью, блядь. Я бы просто с ласта взял, да. Потому что на них хита дохуя. Там еще плащ падает, охуенно им висы. Да, плащ хороший на меня падает. Какой, на тебя, блядь? Да, с ангилы, которые с двумя дырками. Напишешь. Для ПВП сойдет. Йога пушку тоже на ретрика бы паролил. Так что молись. Он, по-моему, прошел, когда упал, как раз таки, этот посох с йога. Бля, ему пушка прям вообще очень много апнет, любая. Выше, блядь, 26-го.
Так, я шипаю звездочку. Не, подожди, у нас есть рога. Рога, сапай звездочку. Я шипаю печеньку. Ах, этот шаман в ромбик. Там еще пироман сапай. Стоит. Он тоже этот. Его похуй, мы его запиздим первым. Сапай звездочку. Я черепах на него поставлю. Можно тогда этому стражу корни дать. Давай, я притяну его, блядь, сразу. Хуярь ты бомжаешь, ему, блядь, сало нахуй въебало лохнул. Блядь, он сам сало нам въебал нахуй. Но я ему въебало лохнул сало. Играем, блядь, пока контроль висит, вот этих двоих, которые живые. Которые бегают. Блядь, что за салон нахуй? Чё ДК такая помойка, блядь, салон контрец? Сейчас смотрите, блядь, кикну нахуй раз этого, блинка. Я, блядь, смогу это сделать. Да, блядь. Проебал, короче, ладно. Нищий, ебать. Ну, ДК. Ой, нихуя. Блять, я на него кидал, блять, нахуй шип, чтобы Женек за его взял, блять, нахуй задотал, да, блять, Женек? Конечно, ДЦДК играть. ДЦ. Ой, хэпа у ДК такая помойка, блять. Так, вторую пачку, я так понимаю, что мы не бьем, да? Да, да, да. Ебал я этот сетап просто в рот, блядь, им 30 минут, блядь, играть. А у того моба, блядь, который второй, он же тоже не агрится, да? А не агрится. Смотри аккуратно, не сагри, блядь, босса. Кто полетел там, блядь. Просто АДК хэпал, полная помойка, лучше когда уже варом научиться играть. Хоть там так, по мобу и... поехали. Быстро. А кто тебе предлагает в АДК хэпал? А? Кто-то предлагает аренить АДК хэпал? Никто мне не предлагает, я не хочу в этом сетапе играть, по-моему. Да. Придется. ДЦ АДК вообще-то. Ну да, это топово. С хэпалом ты 30 минут для этого. У кого-то есть руду собирать? Кто-то хочет, он жилку копнуть. Егор хочет. Пока, Егор. Ставьте рыбу вот тут. Егор, у тебя же есть на ком-то руда? У меня на ком-то руда тоже есть, там нету, блядь. Я завижу, что Гера КД. Рыбу ставьте, ешьте рыбу. Она нам с пула, Гера тут не нужна, если шо. У тебя же проходки нету. Она у него через 4 минуты откатится. Давайте, короче, по-быстренькому сейчас био отскочу, а то я, блядь, не отходил тогда, когда хао был. Сейчас 30 сек буквально. Да нормально, у тебя просто проходки на нем нету, чтобы руду скопать. Бать, смотришь на терьяки и просто плакать хочешь. Бать. У него, блядь, коса есть, сука. С жезлом кайфовым. У него еще 4 куска пиздата. Еще 2 сумки лежат с косой. Сколько? 2 сумки с косой? Ебать, подари мне по-братски, нахуй. У меня ни на одном чаре еще нету косы. Я знаю, что он не дается. Перекускал тебе еще пиздато. Бля, такие. Такого бы мне нахуй лока. Хотя не, я не хочу такого. Бля, что мне нужно еще на фарме? Бля, тут баджи еще надо фармить на этом ебаном острове в локе. То баджи. Так, я тут. Ч
Хочу у тебя ботинки, блядь, с критом. Обновляю МК. Ботинки, блядь, с критом на локе. А, это... А чё, у меня должны быть, чем крит ботинки на локе? Постой. Зачем в дестрике играть? И что? Может, у него и так нормально хосты, блядь. Сколько у него? Да я думал, у него дохуя хосты. Чё-то не подскажешь, что у него не дохуя хосты. Сколько у тебя хосты, Терияки? 600 есть? А, тогда хуйня. Так, чек даю. Типа, у меня тоже 400, что ли, на локе. Так, смотрите, сейчас... где метку поставим? Чуть ближе. Сейчас, если она поставится. А куда-нибудь поставь. Так, ага, надо релогаться. Нахуя вам метки вообще вот так вот, честно, нахуй? Потому что здесь пух в рейде есть. А кто? Ты знаешь, что тут делать, шаман? А, шаман вот это. Ну, как бегать, блядь? Мы будем стоять где-то, грубо говоря, всем кемпом чуть ближе вот сюда. Будем убегать либо направо, либо, блядь, назад, все. Вот тут тотемы поставишь, чтобы мы в этот тотемом ориентировались, и все, можно без меток, блядь. Я поставил метки. Ты вот тут хочешь, блядь, бегать? Да. А чё так, блядь, далеко ты их поставил, блядь, в кавычках, нахуй? Чтоб вздыхали, блядь, после того, как выйдет моб. Ну, вы вздыхали. Вот сюда череп поставь, где я стою. Давай туда череп поставим. Сложно, что ли? Череп сюда, выбегать с меткой, с этим, когда будет плеваться, вот сюда. Как ты его хочешь поставить? Я его хочу вот, просто вот тут вот поставить. Типа. Ну. Вот мы будем стоять всем кемпом здесь в черепе, блядь. Тот, значит, будем выносить направо. А когда будет сопля, блядь, будем выносить назад. Все. В крест. 300 меток. Оп. На тебе, блядь, 7 меток. Как обычно, направо, блядь, нахуй назад выносим. Все, нихуя тут военного нету. Становитесь все, блядь, РДДшники в череп. Тотемы сюда в череп, соответственно. Еще квадратик. Там, недалеко надо бегать. Да, и еще смотрите внимательно, блядь, пока метки первой не будет, РДДшники, бить не надо, ДПСа все равно нихуя у вас не будет толком. Чек даю. Все были готовы, пуля иди. Напуливай на него этот артстайл, просто по КД нон-стопом. Пока сопли нету, не дамажьте. Я его лицом поставлю. Видите, за спиной, чего вы стоите? Не надо никому надеюсь анонсить, что, блядь, надо отбегать, отзабегать. Все, блядь, адекватные видят все, что происходит. Нет, Тью, сопля. Тью выбежал. Выбежал. Сопли не было еще, куда вы бежите. Вот сейчас бахает. Потому что это было Тью. Нет, как-то. Вот ты в ту сторону бежишь, и как-то заезд у тебя кнопочка. Пизда кому-то будет. На. Женёк, ебать, ну ты просто, блядь, топор нахуй. Сейчас этот будет. Сейчас метка будет, безлик. Метка, маг. Вот так надо, блядь, выносить нам. Темное сокрушение нам не показывает. Отвернулся, кнопку нажал. Это, конечно, сильно. Ты же с ними бегаешь, Сань? Я, да. Ты заебись. Каст. Сейчас метка безлика опять. Внимательно смотрите, кто будет выносить. Резко надо вынести. Сейчас метка будет. Бас. Тью. Блять, парни, каст.
Блять, ну вы просто пизда, нахуй. Блять, Женек, ты можешь, блять, выбегать, нахуй? Ну пиздец, нахуй. Ну ты что, не видишь, нахуй, сопли, блять? Таксиген, блять, на тебе, блять. Уже, блять, анонсит, что по тебе, блять, летит. Вы не можете отходить? Ну нахуй вы лутаете лишний урон, блять. Грузите хилов. И на второй фазе это смерть, блять. Метка, блять. Тью. Я, выбежал. Блядь, РДДшником нахуй тут первый раз на этом боссе, блядь, и у меня все получается, блядь. Сопля. Дай зубы. АП обнови. Метка без лифта вообще секунд. 5 секунд метка без лифта. Тью. Уянров. Вы там босса не залейте еще. Стопайте по боссу. Стопайте по боссу. Что стопать, бейте. Куда бейте, блядь, изи мод будет, нахуй. Моб еще не вышел, блядь. Да вышел. Моб вышел. Моб вышел. Сразу сейчас. На пул по нему дали. Геру давай. Вышли, 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 литерат. Блядь. Сука, таксиген, блядь. Геру. Дали ДПС по мобу, быстро. Метка без ликова, 5 секунд. Ох, ебать, а чё оно не анонсит, нахуй? А хуй вам, ебать. Сейчас так и сдохнуть можно. Вышел, вышел, Женёк, быстро, блядь! Мили кинул. Вода сложила. Ложитесь, чё? О, чё, бьём, бьём. Поднимите быстрее. Я, блядь, никак не могу ману пополнить, я пустой без маны, блядь. Поднимите Вайда. Поднимите Вайда быстрее. Вэр, дай по хулипалу быстрее. Я сейчас залёсь, но... Каз, сбивайте, блядь, смотрите, сейчас в луже, блядь, надо просто 10 секунд, а нахуй побить. Сейчас смели будет кидаться, осторожно. Тью выбежал быстрее. Не захили его, не захили его. Выбеги в РДД, да. Блять. Сейчас зайцем. Отбежите. Сейчас отбегу. Побегай с ними. Кровь отдал. Таксиген вернулся, блять. Он сейчас будет считать за мили тебя. А им ждем. А, у нас все без маны. Да хули там ждать, блядь, все без маны, блядь. Каст! Актив с маны. Нормально, для мы заговоряем. Дамаш, шаман, блядь, на тебя, блядь, вся надежда, нахуй. Пета призвал, я съем Пета. Ебать, уже даже маны нету, не бьет, блядь, нахуй, не отвлекается на ротацию ни нахуя, все равно взял взох, блядь. Я хуею, блядь. Так, не зыбку отдал. Прикал. Вышел, вышел, вышел. Добивай, шаман, давай, пол ляма, бля, напрял их булочки, блядь. Поли. Бля, друид сам себя хилит. Да, нету, ничего. Друид, выбеги в РДД. Блядь, кинул, не бей шаман. А, ну вот. Кровь отдал. Давай, давай, шаман, напряги булочки, блядь. 300к, блядь. Мы ждем метку стоять. Метка безликого 5 секунд. Для территории выбежал. Становись в эту хуйню, добивай, блядь, его. Пан. Так. А у меня нихуя нету. Надо позрать. Че он, Саш? Прикал, блин. 100 тысяч. Давай, блядь, покажи. Слава, нет. Сопля, убегай, 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 блядь!
Хорош, ты парня. Задушили нахуй, лоха, блядь. Куда? Не. Рисуйте. Выпала дробяшка, короче, бесовая. Не Женьку. Женек не заслужил. Так. Плечо, кстати, кайфовое выпало. Постой духом. Ресните. Давай. Рел много рел, я попал бы. Рел валяется, ресните. Возьми на заметку. Да хули маны нету нас. Повезло, что возложение без маны дается. На нахуй, резайся. Нихуя, понятно. Китайская хуйня, блядь. Рел, нахуй много рёшь? А потому что топор, блядь, заебал нахуй. Блять, получается, нахуй проебал 900 ОД, блять. Так, ладно, ролим нахуй кольцо. О, кстати, можно кольцо поролить? Прикал, ну уступи кольцо, пожалуйста. Спасибо, бля. Смотри, кольцо, хал, смотри, какое кольцо у меня, ебать, есть. Ой, блядь, пизда по лабелладору будет на все. Ебем. А ещё, можно... Сейчас поменяют этот групп лут или что там? Европейская та, блядь, такая хуйта, ни при чём не буду, блядь. Так, дробяха. Давай, ебать. Ну-ка, шаман, покажи, блядь. А у него есть, ему не надо. Нормально, блядь. Не надо, давай. Чё, Женёк, уступишь? Женяк, уступи, ебать. Ну быстрей, да, нет. Да. А чё ещё, Женька? Хорошо, значит. Тут дело то, что... Ой, да. Пойдём быстрей. 15. А, руду, смотри, ставлю каждый за себя. А, ну Женька... Собирай руду. 32. Шаман. Что у нас, ебать, афлевок? У нас афлевок. Я не знаю, что ты говоришь, что афлевок хуйня, нормально? Да там хуйта не хуйта, один хуй даже больше на асфазе, чем, блядь, в детрике будешь, пока ты переворачиваться, да, туда-сюда, блядь. Так, а ну давайте, рыбу ставьте, раздавайте бафы все. Кто будет в комнату ходить? Я, Рекаунт, Космополит и... Арстайл. А, я Арстайл, да. Тривилика и я. Хорошо. Желтый камень один есть у кого-то? Да, залетайте, убивайте мобов там по кругу, только надо отворачиваться, блядь. И потом будете бежать бить мозг и все. Там получается... В Штормграде ты бежишь спиной к стене, точнее, ебалом к стене, по-моему, если ошибаюсь. А в ледяной короне ты бежишь ебалом в сторону центра, по-моему. Там, где драконы. Короче, посмотрим. Ну, это не ледяная корона. Это рубиновое... Дракон — это рубиновое святилище. Короче, увидишь, как там остальные бегают. Если будешь хуево бегать, ты просто санитис перебиваешь на ноль, короче. До свидули. Просто, да, бегаешь и разбиваешь по полу. Припоты еще жмите, они откдешиваются, когда выходишь с комнаты. Полетели, ебашь, босс? А че, по порталам не будем натащать? Точнее, суета будет. Ох, я не помню, как они... Рекаунт Космополит, порталы закрывайте слева от входа, литературе и артстайл справа. Встаньте так все в меня, в меточку. Не надо туда идти, волшебник. Но все равно у тебя ДПС-а нихуя нет. Понял, волшебник. ДПС-а. Я вчера первый был по ДПС-у, блять. Варом? Да. В 25-ке на Фрейхейм. Я танчил мишкой. Фрейхейм, мы сейчас на Фрейхейм, да? Да. Ну, был первый, блядь. Наклеивал, так сразу ну, говорю. Да. Снимай и берс... А, у нас фонта нет. А до этого протовар танчил, он сдыхал нахуй по КД, блядь. Серьезный тип просто был.
Тут, кстати, было, можно на литературе было ШП, нахуй. Забыли мы об этой хуйне. Пойдем налево, пойдем налево быстрее. Зачем? Ну тут нахуй не нужен второй хил. В комнате не нужен второй хил? Нет, в комнате вообще хил не нужен. Не знаю, блядь, мы тогда ходили, больно было, блядь. Ну, идем еще левее. Раньше не будет больно. В какой комнате? Ну, в мозгу, в какой комнате, блядь. Смотря какие классы там у тебя есть. Четыре роги, конечно, там нужен хил, блядь. Ну, рога, вар, блядь, кот, и, блядь, кто из них хилить будет? Кот, нахуй, всех захилить. Ну, вот я про это и говорю, что если классы такие. Когда ретрик, допустим, сова есть, заебись. Ну, если бы там было бы, блядь, два ШП сова, блядь, то, конечно, там хил нахуй не нужен. Ждем налево. Так, там один моб еще остался, да? Да, да, вот он, смотри. Давайте быстро тушите моба, резко прям, блядь. Быстрее, давайте. Милики залетели, блядь. Разъебали хуйню. Все. Внимательно смотрим за щупальцами. От входа первый, вот этот портал, смотрите, где я сейчас стою. Вот тут закрывает рекаунт, дальний закрывает космополит. С левой стороны от входа ближний забирает... этот, литературе дальний забирает артстайл. Щупальцу РДД, поехали. Декор все там. Дох, уйди туда вон нахуй, она сейчас тебе ебало сломает. Я как раз хотел кикнуть. Отбегите от меня. От лучей, отойди, таксиген, ну ты шо, блядь, слепой нахуй. Щупальцу разбили, блядь. Побежали. Лучи внимательно, блядь. Пойдем все одним кемпом. Там он моб кастует, проклять. Воу, туда вот бежим все вместе. От черепа отошли, оно перекидываться будет. От черепа отошли. Щупальца, он звездочка, далеко. Быстро убить ее. Бежишь со мной. Проклятие, снимите. Снимите проклятие. На, нахуй. Ну кош нажми, блядь, ну артстайл, ну бля, ёбаный в рот, блядь. Поднимай его, космополит. Сбежали, 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 быстрее. Прохильте меня, блядь. Не успел. Космополит, что не получается по Бэру роги, блядь? Давай, может, сразу пойдем и в ШП, и литературе спектрим будет быстрее и проще. Одного хила спросите. Забафайте рогу сразу. Смотрите, лучи, после лучей сейчас порталы будут в комнату заходить. Идите уже на позицию, кто куда заходит. Заходите в комнату быстрее. Разбейте быстрее щупальцу, там пристав взяло. Большую играйте. Сбегите с лучом и большого играйте, лапу. А все хуево в комнате? Сколько у вас процентов? 73? Идите сюда, вот, щупальцы. Выходите с комнаты, 5 секунд. Выходите быстрей. Щуплы разбили быстро, блядь. Сейчас будет скоро новая комната, готовьтесь заходить. Ебай, как у тебя волшебник уже 30, нахуй, блядь? Волшебник умеет.
О, сбегитесь с красным лучом. Щупальцу залили быстро. РДДшники. Залили быстро щупальцу, блять. Волшебник, больше не заходи, за место него кто-нибудь зайдите, то повстанете мало. Вот Тью, заходи в комнату за место волшебника. Какой твой портал, пойдем. Заходите в комнату. Шаман, зайди в комнату. Космополит, не вздыхай, блядь. Ну что вы, блядь, делаете? Ну ёб вашу мать, блядь! Какой нахуй один хил, Славик? О чем, блядь, речь, нахуй? Ну так ШП, блядь, быстрее, во-первых, убивать это будет. Кого, блядь, быстрее убивать будет? Нас, блядь? И мозг быстрее будет убивать, и в комнате подхилит всех. А сейчас тут что не получится? Я же в комнате сдох, блядь. Вы туда тут вдвоем были, когда я сдох, блядь. Надо бегать вместе в одной метке. Ну так мы, блядь, вместе все и бежали. Я не знаю, почему меня никто нахуй не хилил, блядь. Встаньте под шупо большое. Там таймер еще 10 секунд. А, блядь. Выходите из комнаты. 5 секунд. Слава отъехал, я понял. Вайп упали. Подошли все под щупальцу под большую, блядь. Сдохните нахуй. Где они? Про какого нахуй одного хила вообще, блядь, идет речь? Я нихуя не пойму. В одного я хилил паладином. Тут не бьют, и все не были остальные 220 плюс, да? Да хуй знает. 215. Ну, я не хуй знает, я уверен, блядь, что так и было, блядь. 215 были, да это давно было, месяц назад. Гоните в лучше быстрее, упадем быстрее. Еще не нерфили ничего. Просто тут в два хила никто не ходит. Мы, блядь, все время ходили в два хила, и все было у нас нормально, блядь. Ну хуй знает, люди разбежались просто в разные стороны, и хуй знает, что делать. Кто нахуй не знает, что тут надо бегать одним кимпом, блядь? Кто этого не понимает? Когда вышли с мозга, надо подбегать ко всем остальным, блядь. Что, это тяжело, блядь? Вот фазу мы перевели, босс вылез, собирайтесь возле челюстей, возле рта босса. А пошли, побежали, хуй пойми куда, нахуй. Один нахуй за босса забежал, еще за ним бежать, что ли, или что? Вместе, всем бегать вместе. Что непонятного, блядь? Мы когда на перевели, я сказал сразу, бегаем одним кемпом, блядь. Ну, типа, хотите, там, пускай четвертый человек с хил там в комнату заходит, но это просто потеря ДПСа большого. Они там вместо двух комнат за три переведут, а так могут за ничего страшного, за три переведут, и у нас, блядь, времени до берсы еще останется 6 минут, блядь. Ну, берса-то это понятно, просто санити могут проебать за три комнаты. Мы, блядь, в 25-ку ходили и в 4, нахуй, комнаты закрывали, блядь, и я не проебывал, блядь, здравомыслие. Я не знаю, что не получается. Не знаю, что у вас не получается. 8 станет. Реп, этот, рыбу ставьте. Кто еще раз заходит? Рекаунт, Космополит, Рога и третий ДЦ, да? Да. Ой, четвертый. Я думаю, одного Америка можно поменять. Давай вот волшебник. Ты, блядь, что-то не вдупляешься делать. Пусть на Тью заходят, чтобы я давал ПС-ку ему там. Кость, давай заходить? Лучше я буду заходить. Справишься? Что за забей тогда? А кто вы? Вы метки поставите, где порталы появляются. Давай, сверху, сверху люди, чтобы шли к большому. Печенька заходит оттуда артстайл, ромбик, литературе, череп, космополит, крестик. Кто будет ходить в комнату, я или шаман? Ты. Череп, я, крест, я. Слава, ты тут людей водишь, я Слава, вот на Славике метка, блядь, вот квадратик, блядь. За квадратиком все бегаете одним кемпом. Ну, 4 портала, 4 метки. Луна это где рожа босса. А у босса есть рожа? Ну да. Че там, все готовы? Да, все были готовы, поехали. Скоро мы сразимся с головой. Тут в луне сейчас, в луну становимся, сейчас лужа пройдет. Становимся в луну и все, и мобов ебашим. Ну и так, для справки, хотелось бы отметить, что можно диспелить проклятие, а диспелить его могут только друид и маг в рейде. Поэтому давайте мага хотя бы сверху оставим, пускай кто-то другой идет в комнату. Ну да, встань. Да, у него проклятие не стоит. Давай ты, шаман.
идешь в комнату. Шажок назад дайте, не надо налево уходить. Что, кто-то говорил уходить налево, Женек? Какой? Крест, кажется, ты идешь, да? Крест. Шаман, идешь в крест? Хорошо, я тут буду диспелить. Что, оно висит немножко еще. Оно висит 12 секунд, но носит 18 тысяч. Ну что, меня нормально слышно вообще? Да. Тут раз еще все жалуешься, потому что никогда слышно. Че это за хуйня? Пошли налево. Налево, налево, быстрей! А, направо? Стоит, блядь, эту ебаную свою пытку кастует. Ты что, отпустить нахуй не можешь, блядь, или что? Бля, хоть душить Женька. Заслужил, хуля. Пласмоба. Он старается. Так, пласмоба, быстренько, парни. Давайте, давайте, давайте. Все, ладно, заставим. Моба быстро все забили, это последний. Отведи его от рейда. Добивайте быстрей. Отходите, милики, оттуда, сейчас ебанет. Так. Щупальцу быстро сразу вот эту потушили, блядь. И побежали все вместе, вон, большой. Одним нахуй кемпом, блядь, бежим нахуй, сразу. Не надо как говно по проруби, блядь, растягиваться, блядь. За лучами следите, блядь, обязательно. Косты кикайте. Не надо, блядь, в ротацию свою втыкать, нахуй. Ну ты проклятие. Там нихуя сложного нету, у каждого, блядь, три кнопки нахуй клацать, блядь. Ты проклятие можешь снимать или... Блядь, не на той кнопке стоит. Нет, снял. Стоим, стоим, ждем. От черепа. А нет, мозг нет, этот висит, у меня это не диспелится, блядь. Отбежали от черепа. От черепа отбежали. Пизда, нахуй. Полетело. На ком череп? Выбегайте с рейда, блядь. И там фир, блядь, кидается. Какой выбегаете? Портал. Просто, значит, от него отбегайте, блядь. Ну в этом нихуя сложного нету, блядь. Таксиген, где ты есть, блядь? Где фейс рейд, блядь? Ну почему вы, блядь, куда-то убежали на другую сторону, блядь? Ку другую сторону? Ну кто с другой стороны, блядь? Сбегитесь с лучом. Череп, выноси с рейда сразу. Леша, шо тебя нахуй не выходит тоже, блядь? Объясни мне, пожалуйста. Ты не видишь метку черепа над своей головой, блядь? А где у нас других в портале, блядь? Нет. Нету его. Может он, сейчас... может он думает, нужно оставаться и не заходить, если схожее мышление. Не заходи уже, блядь, там выходят все. Побежали. Кто на мне лучше, я нихуя не пойму. Что это значит, блядь? Щупальцы разбили быстро, блядь. Быстро разбили две щупальцы, блядь. Он до этого ходил в комнату, все нормально было. Что не понимать? Нахуй ты на него пиздишь, блядь? Ну так а че он стоит, блядь? Не заходит. Да я ебу, че он стоит? Ну спроси у него, че ты стоишь, блядь? Порталы появляются сейчас. Побежали к порталам. Ну, блядь, хватит кричать, блядь. Большую хуярть. Здесь рядом появилась. Освободите, потом хуярьте большую. Проклять. Неплохо. Эй, бать. Пойдем соседнюю еще хуярить. Освободите там чела. Да ничего, хорошо, ран.
Вместе, вместе, одним кемпом. Стоим, 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 все вместе стоим, все. Никуда не разбегаем. Выходим с комнаты быстрей, выходим, 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 не проебаться там, блядь. Выбежит. Сколько выбили, блядь? Хуй знает, не показывает. От черепа отбежали. 61%. Короче, еще одна комната будет. С лучом сбежались. Две. Сейчас комната появится, скоро. Идите в комнату, готовьтесь. Сейчас после лучей будет комната. Идем вместе направо. От лучей отошли на всякий случай. Щупальцу еще не появились. Щупальцу разбили быстро. Быстро разбили ее. От черепа. Пошли от черепа, налево. Да, от черепа. Налево. Залили вот эту маленькую быстро, и потом сразу к большой идем. Я книг каст. Пойдемте в большую. Большую. Смотрите внимательно луч. Меня выпустить. Меня выпустить. Видите? Ты можешь ее бить, она встанет пока комната открыта. Мы уже лучше отбегаем, кстати, если еще. Че процент? Еще одна точно. Сколько процентов? АП им обнови, когда выйдут. Выходите, быстрее, 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 вышли все. Спали, да? Мне иннер по приступу. Залили резко. Сбежались. Сейчас будет черепок. Может быть. Провал бездны, 5 секунд. На черепок на мне. Щупальцу быстро залили. Сейчас порталы появятся после лучей. Так, давайте по фастику, блядь. Зашли, разъебали комнату, блядь. Не проеби там, блядь, только этот. Большой побежали. Зашли. Побежали к большой. Куда вы? Отстал, внимательно там, блядь. Пойдем. Где большая, блядь? Большая в пизде. По правой стороне бежим быстро. Щупальцу вот эту залили на ходу. У него 18 кхп, блядь. Похуй, через левую. Как каст-кик. Ослабление. Осторожно лучше. Движение мыс. Скоро перейдете? Ну да. Стопните пока что, она щупается флова. Сколько процентов? 4. Переводите. Давайте, мы сейчас щупать сюда хуяра. На, нахуй. Хорош, блять, нахуй. И что это было, блять? Это перевели резко называется. Да, перевели, щупальцу убило троих. Класс. Просто класс, нахуй. А чего не поворачивайтесь? А дело, чего? Дело не в отворачивайся, он стоял, бил щупальца, и щупальца был первый в агролисте. А когда с щупальцем в мелизоне кто-то стоит, кто в агролисте первый, щупальца шоты. А нахуй там стоял, блять, я не пойму, река он. Ну он бил. Ты там шаману резал или что, не пойму. Да хоть там на 30 метров стой, нахуй. И река он стоял, бил щупальца. Щупальца. Ну меня встанет. Не убило, блять. Меня не убило щупальца. Ебать, так оно и не убивает всех, нахуй. Оно троих убивает. Конус у него только побольше, чем у протовара, как прекрасно, ударная волна. Блядь. Просто прекрасно, блядь. Ну хули мозг перевели, мы-то откуда знаем? Мы ж проценты не видим. Он бил, стоял спокойно. В смысле проценты? Сказали, переводись. Не слышно, блядь, или что у меня было? Еще раз повторите, что сказали? Я сказал, переводите, блядь! Ну так авар стоял под щупальцем и бил. Это же шоты, это весь рейд сразу. Или вы первый раз? Ну, наверное, волшебник первый раз тут, я не знаю. Он не знает, что возле большой щупальца нельзя стоять, особенно когда с мозга выходят люди. Оно из бана вышло и шотнуло сразу, моментально. Что ты там сделаешь? Ничего не сделаешь. Надо либо съебать было от него, перевести, и потом выйдут люди, зайдут за спину и добьют щупальца, и спиной к боссу встанут. Либо, блядь, убить сначала, а потом перевести мозг. Там было 15 секунд.
Надо было бы убить, там 20% оставалось. Да какие нахуй 20%? Там 2 копейки нахуй оставалось, блядь. 20%, по-моему, ушибается, оставалось. Давайте быстрее рыбу ставьте, жрите ее. Желтый камень у кого есть с собой? Босс ебаная помойка, мы не можем нихуя его убить, блядь. Блять, с него плечик классный, кстати, падает, блять. Два сокета. Руби его сначала. Это нравится, и палец мне надо, блять. Пушка надо с него. Там мне палец, нахуй, 200-й помойка, блять. 2,7 дробяшку можно, нахуй. Чё, готовы, не? Да, полетели. Может, чекнуть надо, полетели, блять. Вот полетели. Все готовы, я так вижу. Ну, рекаунта нету, блять. Какой есть, он вон подтвердил. Давайте пошли бейте, сразу да. Налево. Почему сзади вас спавнит, спавнит? Ну, блядь, нет, не вкачан талант на рейнджу. Хороший талант. Пошли, 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 не спать. Так, вас смог. Давай быстрее, бери его. Поехали резко по мобу, заехали. Чем быстрее убьем, тем лучше. Они уже или хоть раз нормально перевели, бля. Сразу к луне идите все сюда к входу. От большого отбежали. Отошли сразу от большой, быстро отошли от нее. Шаман, почему ты там стоишь с другой стороны? Можешь подойти к нам? Или это тяжело? Че милики не бьет, он тут щупальцов с кастующим? Сзади, блядь, щупальца, я не знаю. Косты ей надо, кстати, сбивать тоже, блядь. Ебать. Чекс, от луча быстрее, сбегайте со мной, кто-то ко мне бейтесь, а в щупальце, я блядь. Я не могу, ну, блядь, я в этой хуйне, блядь. Слава, что такое? Че ты, проклятие, да, блядь? На трех человек. Я в щупальце, блядь, был, какое нахуй проклятие, блядь? Слава, че сдох? Ну, костюм палит. В луч забежал, блядь. Поднимай его, блядь, что делать? Снимите с меня эту хуйню, станищу, пожалуйста. Забафайте его сразу. Сейчас порталы появятся. Идите в порталы, кто должен заходить. Пизда от оксигена, нахуй, бежит. Чё? Освободите. Побежали к большой. Пошли здорово. По левой стороне, быстрей. Страшный. Кстати, щупальцы диспелится, хилится и дамажится, которое хватает. Да, 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 его можно бить. Диспелить из него тоже можно. Все там.
Не-не, может быть. Так, выбегайте. Почти сколько так выбили? Почти 30%. А? Почти 30%. Нормально, блядь. Ну и чё ты здесь бегаешь? Нахуй ты там бегаешь, блядь? Бей территорию, пройди туда, красавец. Выбили. Побежали на другую сторону. Через лево. Идём, идём, идём по кругу, по часовой стрелке. Готовьтесь, блядь, кто в порталы заходит. Да, сейчас порталы будут бегать. Лучи, внимательно. Себя сними. Эту хуйню я могу диспелить, вторую хуйню не могу. Щупальцу большую, отойдите оттуда вон нахуй, милики, блядь. Сейчас вшатает нахуй. Вот эту хуйню... Разбивайте быстрее щупальца, особенно которых 18к, блядь. Я разбил. Да, блядь, отбегите от черепа. Отбегите от черепа. Да лучше на мне с тобой, блядь. Да я не вижу. Да не на мне, блядь. Маленькую залейте вначале, потом большую. Быстрее только, пожалуйста, блядь. Все, пиздите, пиздите. Женек, я тебе разрешаю мультидотать, блядь. Когда не надо, ты это делаешь, когда надо, ты нихуя не делаешь, блядь. Давай, рекламу, пизди эту хуйню. Комната еще 20 секунд можно отхуярить. Сколько процентов? 60. Все, стоим, стоим, дрочь. Пойдем туда, к голове будем встречать их. Пойдем, пойдем, пойдем. Выходите, выходите. Выше, нет? Да, да, да. Нам нахуй переведем. А, ебать. Космополит, есть. Царь. Залили его нахуй. Стан дайте. Сейчас побежал. А черепка отбежали. Вместо него. Скажи, я в машине зайдешь туда, давай зайдешь. Зайдешь. Все, зашли. Порталы открылись, выбили человека. Сейчас книжку его портал пытаюсь. А череп отбежали, а череп отбежали. Женёк. Блядь. Ну куда ты бегаешь, блядь, мразь ебаная, сука, стой с лучом, блядь, тварь ебать. Сука! Я сейчас поменяю нахуй пол рейда, блядь, и будете, сука, стоять в Долоран нахуй охранять, блядь. Нахуй я сюда, блядь, хожу, блядь. Дохнуть как ебанутый, блядь. Тот не могут жить нахуй Санти, блядь, этот, сука, с лучом бегает нахуй по часовой стрелке. Нахуй ты бегаешь, блядь. Космополит, шо у тебя нахуй не получается в коте, блядь? Сука, 4 комнаты можно миликом нахуй прожить, блядь. 4. Вы за 3 должны переводить, блядь. Перевели. А, тебе перевели? А нахуя? Охуенно перевели. У нас минус холипал, минус кот, минус лок, ебать. Просто цари, блядь. Сдохните нахуй. Что сложного, блядь? Объясни, спроси, что тебе непонятно, блядь. Ты не знаешь, что с лучом нельзя убегать, блядь? Нахуй ты убегаешь с ним, под босса тем более, блядь. Кто был? Женёк кто, блядь? На нём этот был. Когда кидается черепок, от него нужно бежать, чел в страхе бегает. Да он, блядь, в каком нахуй страхе? Он без страха, блядь, бежал нахуй, блядь, в этого босса, блядь. Сука, блядь, ну пиздец, этот глох нахуй убивался, блядь, месяц назад, мы сейчас, блядь, все одеты на две головы выше, не можем его запиздить, блядь. Чё мы, блядь, осилим этого босса сегодня, парень? Космополит, шо у тебя не получается? Ты не знаешь, что в комнате от этого хуйни фиолетовой надо отворачиваться, чтобы не проебывать здравомыслие, блядь, или что? Он в порталы не забежал. В какие порталы он не забежал, блядь? Ну, проебал, он... блядь, не вышел по времени? Да, он не вышел. Так а в чем проблема? Ты не видишь ДБМ, блядь? В коте, который бегает на 30% быстрее всех остальных, не выйти из портала, ебать. Я просто аплодирую стоя, нахуй. Причем сразу ДБМ, там, касту босса идет, типа, может по нему видеть.
Без ДБМа даже видно. Чё, пойдём? Фы, давайте, пойдём, блядь. Пришли уже нахуй. В прошлый раз было всё нормально, ну почти. Там, когда мозг держишь, у него каст идёт. Полоска такая, 60 секунд. Показывает всё. Обрати внимание сейчас. Ну, смотри, как он транс выглядит прикольно. Синенький. Чё там, все готовы? Да, тогда все готовы, пойдём. Скоро мы сразимся с главарём этих извергов. Обратите гнев и ненависть... Пам-парам. Да, может, СС на кого-то придумаем. Может, на друида. БР может откатиться в конце. Если у него будет, блядь, проебано здравомыслие, ему БР не поможет. На кого-то другого. Ты чего он, блядь, уклонился, нахуй? Не щадите их! Бейте без промаха! Давайте, парни, сейчас власть. Пошли налево. Это какой моб? А, это последний моб, давайте. Идите. Чё вы стоите? Вон еще моб вышел. Бери моба быстрее. Залили его резко. Да, и прибежал. Так, освободили и побежали. Против часовой стрелки, все вместе, побежали, быстрее. Воткни этот тем очищения тут, блядь. Ну что, прикольная вещь. Чип. Говорят. Ага, пути. Реганка смолпалит. Ой, блядь. Пиздатое дело. Так, там порталы скоро будут. Да. Черепок там в рейде придается по КД. Да, да. Черепок в рейде. Спасибо, что подошли с ним ко мне, блядь. Хорошо, хоть не вшатало щупальца, блядь. С лучами аккуратно, блядь. Так. Так, порталы там. Пошли. Тебе надо в портал? Пойдем в портал какой-то. Пошли порталы, быстро. Давай. Налево, по часовой стрелке идет, весь остальной рейд смещается. Щупальцу на ходу эту задотали, убили, блядь, маленькую. С черепом внимательно, блядь. Черепом внимательно. Так, сбились. Щуплу сзади разбили быстро, схватило, 18к у которой. Что, помяли? Маленькую, большой. Касты ей сбивай. Пойдем. Я хочу каст пить. Вы чё, блядь, там, блядь? Бежали. Всё, она. Полетели хуярить эту хуйню ебаную. Чё ты там, смекал? Да, блядь, не могут никак, блядь, туда залить комнату ебаную. Бомжи, ебаные. Бегают, блядь. Пойдем к луне?
Двое пошли налево, двое направо. Выходите, выходите, надо выходите, на другую выходите, сторону. Выходите быстрее. На другую сторону, там он далеко. Сколько мог... выбили мозгу? Хуйня, 20%. Пошли по правой стороне, против часовой стрелки, щупальцу, быстро, кассу избивайте, блядь. По пути, вы убить, хуйню. Бегаешь, шаман, с нами, я хотим очищение перекидывать. Поезда полетела, оба, отбежали от черепа. Ой, твой, ты куда? Сбегайтесь. Сбегайте, стреляйте, маг, ну, блядь. Опять космополит отъехал. Да как, блядь? СС был на нем? Не было, когда был. Охуенно. Пойдем вообще умер. Рекам, прыгаешь в комнату. Как ты сдох, блядь? Да луч там. Там есть комната? Ну что, не видно луча, блядь, космополит. Ну пиздец какой-то, блядь. О каких нахуй, блядь, заходах в 25-ку, блядь, может идти речь, блядь? Портала нет. Как он с стороны заходит? Он с черепа вон заходит, блядь, портал стоит. Уже не надо никуда, блядь, заходить. Река, он с черепа зайдешь. Выходите с комнаты. Сколько выбили? Портальчик. Втроем бы. Сколько выбили там сейчас, сколько? 59%. Черепка отбежали. Трепещите, смертные. Конец близок. Порталы после лучей будут. Кто за место него идет? Рекаун. Да блять. Порталы. Убили вот эту 100 тысяч, и потом пойдем большую хуярить. Пейте быстрее, давайте снищем сейчас. Ну. Сколько у вас там? У нас большая щупальца живая. Сними с меня проклятие. Сколько у мозга? 9%. А? 59%. Сейчас постараюсь, сейчас переведем, если сейчас все зальются. Тут прожмите все брусы свои, влейте мозг максимальный урон. Можем перевести. Давайте, давайте. Душим. Больше играется в этот. Последний щупальце возьму. Давайте, давайте. Мы переведем, скорее всего. Помогут, если что, добить. Давайте, давайте. Давайте, отбежал щупальце. 2 секунды. Процент. Выпрыгивайте. Все, хорош. Вернулись сразу, что будет касса. Аккуратнее станете, ребят. 19% лог. Блять, как 13. Так нахуй? Смотри, 19. У меня вообще, блядь, 13 нахуй, блядь. Это пиздец полный, блядь. Ну, касс кинул, отвернулся. Лучше не дамаж. Лучше, я буду, блядь, чисто бомбу нахуй кидать по нём, блядь, и моба, блядь, а уехай бить. Типа 7 минут, мы можем не торопиться. Никуда не спешим, бьём, блядь, спокойно, нахуй. Только не проёбывайте сайнти, блядь. Можно стоять спиной, сыпать туда какую-то ауеху, блядь. Вот это с маяком моб. Алло, блядь, куда побежал? Где Рога? Алло, 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 Рога, жить, блядь, рекаунт, жить, нахуй. Прохильте их, блядь. Я не знаю, сюда к нам подошли, где вы есть, нахуй? Блять, пиздец, нахуй. Походу, залили блядь. Рогу, нахуй. Арцал, какого хуя ты там делал, блять? А нахуй ты убил босса? Какой нахуй босс? Вы должны тут трэш, блять, бить. Чё, такие здоровые? А. Вся пизда, там, маяк и сит. Я хуею, что ты делаешь, Дима, блять? Какой нахуй босс, блять? Ты стоял, блядь, по карте, сука, за боссом где-то в сраке, нахуй. Тебя прохилить не могли, блядь. Почему спросили, где Рога, блядь? Так а нахуй ты туда подходишь, так к боссу? Вы не знаете, как стоять?
Ну это пиздец просто полный, бля. Плыли-плыли, под конец усрались, нахуй. Как в танке, так и стоишь, нахуй, в танке, блядь. Возле танка стоишь, блядь, и спиной, блядь, к боссу бьешь трэш. Все. Танк стоит, блядь, нахуй, держит моба, вы стоите в нем. Ну ты один почему-то туда улетел, блядь. Не весь рейд туда улетел, блядь. Нахуй мы тут висим, блядь, 2 часа, блядь. Плюс один убиваю. Тут уже, блядь, даже если вы первый раз, нахуй, босса увидели, уже можно понять, что происходит, блядь. Бегаем, занимаемся какой-то хуйней, блядь. Сейчас приду. СС по коту, блядь. Я бы понял, если бы мы там, блядь, по гиру что-то не доставали, еще что-то, ебать. Ну, блядь, пати пиздец, ебать. Как тут можешь что-то не убить, нахуй? И на босса свистел. Все готовы, пошли. Череду не давай просто. Сейчас лужа пройдет, пойдем пулить, блядь. Скоро мы сразимся с главарем этих изверков. Обратите меня. Антоша, ты оглох, блядь. Пойдете. Сейчас лохмо будет. Давайте, хуярьте. Все, давайте, луну, луну, луну. Залили сразу щупальца, быстро. Косты сбивать маленькой, блядь. По часовой побежали к этой. По часовой.
Так я это похуярю. Ты ослабление, ослабление сбивай автоатакой с большого, или ты не сбиваешь? Она автоатакой? А, она всё, я отпрыгиваю. Это твоя основная задача. Я походил, К забивал, типа. Нет, просто автоатака сбивается. Пойдём со мной, пойдём со мной, уже пойдём. Готовьтесь в комнату заходить. Попало. Ай. Давай, Рома. Щуплу, 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 резко. Почему мне Санти? Почему мне 60% уже дает? Блять. Заткнись нахуй, блядь. Что смешного, блядь? Что сдох нахуй это долбоёб, блядь? Гашнёк. Ты его тоже смешно? Ты смотришь стрим? У Лайда стрим есть. Этот есть там в груди. Есть. Так ливни нахуй, нахуй ты тут сидишь, блядь. Нахуй мы за тебя вайпаемся, блядь. Да, тебя что-то держит кто-то, я не пойму, или пристегнул, блядь. Резни его, блядь. Да вообще первый раз сдох, вообще за весь синс нахуй первый раз сдох. Что это? Где ты? Резнули его, встаешь, нет? По идее, резнули БРК, да? Забафайте его сразу. У меня Санди уже нихуя нет. Как так? Хань, я не знаю. У меня поэтому на первой фазе все съебало. Смотрите аккуратно, лучи. Щуплы, блядь, по часовой стрелке пошли. А, тут кто-то мой портал нахуй нашел. Пошли, ебаный в рот. Стоишь. Сколько там у вас процентов? 50. Выходите быстрей. Отходи, ушли отходи. Нахуй от щупальца, ушли нахуй от нее. Ну, нас перейдем, наверное. Так, выбить. Я это после этого трая ухожу. Сбежали с лучом. Ну куда же? Женек, с лучом сбежаться, не убежать от него, сбежаться, блядь. Теребу. Так ты, значит, за ним беги, блядь. Бегу. Порталы скоро будут. Разбегай. Бегите к порталу уже. Женек, беги с ним. Спиной отвернулись к боссу. Не теряйте, блядь, Санти. Выбейте. Давай, Женёк, не... Пошли большому, по часовой. Большому бегите. Приоритет. Аккуратнее, этот Арстав, я не... Сколько у вас там в процентов? Ну, всё, у нас 17%. Надо выбить 17 или что? Да, я не понимаю, блин, как это... Да. Помогут добить, если что. Оставьте 32%, ебать, стопните. Щупальцы 2% ставить? Не, это... Бомба... Да всё нормально, вот. Блядь. Чё, щупальца живая? Женёк, да. Умерла. Переводим? Умерла, переводите быстрее. Переводите. Щупальцу маленькую, быстро. Последнюю. Ну вот, бегите сюда, быстрее. Здесь будем стоять. Моба забирай сразу на себя. Я же забрал. Щуплуй, каст ей, блядь. Свернулись. Рекаунт уехал, блядь, охуенно, блядь. Мобс, помогайте мобов, ночевать будет. Я буду мультидотать. Никуда не спешим, блядь. Дотки подкинули на босса, все, мобов ковыряем, блядь.
Там не 80 миллионов ему бить, у нас 7 минут до берсы, блядь. Постепенно, потихоньку, блядь. Сейчас маяк будет. Маяк, да. Сразу маба, маба, маба. Хорошо. Короче, этот взгляд безумца, бля, я нихуя не пойму. Мне рекаунт пишет хуйню какую-то, блядь. Ну он здесь 5 секунд кастует, 4 не кастует, и по КД-то. Короче, я могу, блядь, в него один, блядь, нюк нахуй успеть, да, дать только и пиздец, да. Блядь. Просто дотами, блядь, бьем его и все. У нас времени до хуя. Соответственно, то же самое, мультидот даем по мобам, блядь. То у нас закончилось, ладно. Моб убил. А этого с маяком быстрее надо убить. Ой, блядь. Моб его убил. Тучку, сука, нажать оно не может, блядь. Да он нахуй. Не успел. Какой его моб убил? Ну вон, хуй знает где стоит. Я ебу нахуй он там стоит, блядь. А, ну у него моб прям под ним зарезался, ебаный в рот. Ты должен так быстро забирать. Нахуй там стоять, блядь. Они рандомных местах резаются. Да какая нахуй разница, где они резаются? Где стоит он? Нахуя там стоять? Ну почему все тут стоят, блядь, ему надо там встать? Он же особенный, блядь. И так нахуй ДПС-а нихуя нет, оно еще сдохло, блядь, сука. Оно. Чучело, да, блядь. Да тихо, добейте вы спокойно, блядь. Да хватит уже. Полгода с нами играет, как нихуя не умел, так нихуя не умеет. Посмотри, дайнер по войду. Пожёг, чувак. Маяком быстрее моба. Кстати, блядь, там Гера, по идее, есть? Я слышу, а, да? Ну, въеби Геру, блядь, че не похуй. Она тут, блядь, одному человеку поможет, блядь, быстрее босса убить, блядь. Где мой аут? Где мы? Где мы? А, власть пиздемирная. Так, теряки, не проеби, у тебя 13 всего, блядь, этого, нахуй. На тебя, блядь, одна надежда, нахуй. Должны были бить, блядь, вдвоем, нахуй, бьешь теперь один. Уже побили, нахуй. Сейчас жди, пока он коснёт, а потом ещё набросишь. Что это, нахуй? Да сука! Слава, блядь, ну как нахуй, блядь? Моб появился. Я, блядь, кидаю ОП, он все равно въебал ему. Взгляд, смотрите аккуратно, блядь. Да бьете. Парашны, блядь, мобы, на. Опять останемся. Маяком, моба маленького. Ебать. Да не сдыхайте, блядь, что вы делаете нахуй, блядь?
Да это вот так, Антоша, мало. Ты что там, блядь, расслабился нахуй или что? Какой нахуй расслабился? Да я ебу какой, ну два человека сдохло от мобов, тихо, блядь. Да не помню нахуй. Бля, не кричите. Задушили, блядь. О, дрогашка. А, это одна ручка его. Одна ручка. Бля, сука. Похуй. Ладно, ребята, я пошел. Спасибо всем. Рыцарь смерти, маг-друид. Надо кому-то токен? Нет, быстрее. Да.